В жизни важно идти к своему причалу, слышать сердцем заветный маршрут, где не страшно без лжи все начать сначала. Там тебя просто любят и ждут. Важно осознать, где буксир, где якорь, за свой выбор ответственность брать. Отходить от мест, где темно, и слякоть, и мечту свою не предавать. Очень важно, когда ты не потопляем, на плаву держат руки людей, чьи глаза в час уныния станут раем, и в пути с ними легче, теплее. Важен стук сердец, каждый вдох и выдох, наполнять себя радостью дней, чтобы взять с собой светлый миг улыбок в царство вечно живых кораблей.